подбородков. Народ у меня еще спит. Я ж ранняя пташка, понимаете? Я уже давно не сплю. Смотрите, веришки, какие орхидеи. Практически все выбросили цветоносы. Потом днем покажу. У меня ж уже... Какие у вас планы, мистер Икс? Ого. У нас целых 3 плана. Сейчас пойду покупаюсь, пока они спят. Чтобы не занимать ванную. Не снимай тут. А, там ее. Ой, там попаяние. Ой. Здрасте. Курильщики. Як погода? Слава, что там, скользко? Нет, там дождь идет. Там дождь идет. Ну ладно, тогда вы курите, а мы пошли. Название. Ну, нот, шмот. Да, у тебя же есть мой там вайбер. Да. Ну вот скинешь мне название, я тебе скажу, сколько стоит. Ну что, мы готовы? Мы уже едем. Поехали. Украинка нас ждет. Украинка. 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 Украинка ждет в Украинке. Правильно? Да. Все. Тогда правильно. Через мосты проходим. Не бачу я. Вижу только, что с трубы дым идет. И очень красивые дачки. Отражение красивое. Ой, вообще прелесть. А вот смотри на льду, вода вокруг, как они там стоят. О боже, а как же они туда добрались? Обалдеть, ни лодок, ничего ж нету. Вот это лед, неужели голодный? Неужели такой лед образовался? Смотри, вода ж сверху. Может там мелко? Да, конечно. Нет? Лед же не может так вот отражение давать их дачи. Вода. Вода. Так вроде температура, а сколько у нас градусов? Плюс 8. В Киеве было. Странно. 6. О, домик мне строят в сосновом бору. Да. Гля. Даже, где, да? Даже туалет есть уличный. Че, нормально, смотри, хозпомещение, все как положено. Да. Осталось крышу поставить, мебель купить. Для гостей. Да. Крышу, мебель купить. Вот это сейчас домик через мостик. А видишь, погодка распогодилась. Вчера дождь шел, а сегодня... Вот сейчас речка Стугна называется. Как? Стугна. Стугна. Она в Днепр впадает. Супер. А куда это вы? Ну давайте, давайте. И что, Лиля пришла? Я ж хотела покататься. Да, тут воды полно. Тогда купальник взяла? Нет. Тогда заныриваю просто. Плюс 7 градусов показывает. Так, а может, можно зайти? Или... Да можно, вон расценки висят. Поехали. А, в святкові 200, да. Шкарпетки. Шкарпетки 20 гривень, а шкарпетки, подожди. Надо сертификат. А не, можно розрахувати карту. Хорошо, спасибо. Бачишь? Так что, сейчас закрыто, да? Вони ж спрашивали, а сколько оно будет замерзать? Ну что, пошли тогда гулять. Каток растаял, а там жалко. А елочка есть. Смотри, там какой Дед Мороз стоит. О, с креслом. Бачите, да, фотозона. Хочешь, ага. Сфоткай? Да. А?
Ой, какие бабочки красивые. Ну? И доллары. Как петарда, да, это такая красивая. Да. Так, ну что, поехали до татуськи. Да. Катка нема. Пошли дальше. Что нам откроет? Здравствуйте. Пришел Дед Мороз со Снегурочкой. Йолопуки пришел. А. Очки. Надо? Надо. Шампань. Надо? Надо. Порванная сумка. Надо? Не надо. Не надо. Ладно, потом выкинем. И на самоизоляцию. Да, на разрешите вам что-нибудь еще предложить перекусить? Чуть-чуть. Шампанское на стол. Это... И разрешите диванчик нам предложить. Диванчик на весь рост. Ой, как хорошо. Для отдыха и возлежания. Ой, ой, вдвойне приятно. Боже, татуська, солнце ты мое золотое. Вы гляньте. Да, что тут ты показываешь, еще ничего не поставили? Как это ничего не поставили? Еще пока начинаем. Мы только поели, мы только со Славуней борща натрескались. Лестничка. Смотри, какую я птичку в этом году вырезала. Ой, умница какая. Лампочки сюда. Вон они. Иди, вон. И звездочки. И колонхои. И все. Я просто даже сам не знаю, как мне светят. Я взял самые... Он сравнил, вот это какое. Пузырьки на елочке весело горят. Вот это татуська отсюда на нас смотрит. Да, это ее рабочий кабинет. А вы думали? Мне тут подсветочка есть. Что ты начудачила? А я еще горячее не делала. Я думаю, может, оно нам и не пригодится. Я думаю, оно нам не пригодится. Подожди, еще холодец. Да ты что? А это что? Это шуба. Все ж по сардеповскому. Не, подожди. Вот. Оливье есть. Это... Ой, ой, тут Танюшка. Это свининка, рулетик. Рулетик. И это рулетик тоже. Сейчас несу. Да. Так, Кириша. А что они разные? А, цвет разный? Да, ну, тепло белый. Разное? Да я твою кухню посмотрю. Белый теплый. Иди, белый, пустите Лилю. Пустите Лилечку. Папаян уже что-то делает. Папаян, что ты туда заполз? А я всегда где-то заползаю. Смотри, какой у меня пингвин. А ну-ка. Давай. Да нет, так плохо. А ну убирай, убирай. Вот так лучше. Так меня ж убери. Ой, зачем тебя убери? Был виден. Это пингвин? Да. Да. Шеф-повар. Так глянь, с какой вилкой красивой. Шеф-повар. Придумала. Пошла я к пингвинам. А ну выключите тот. Я знаю, есть ли это или нет. Это что, для пингвинов? Да. Приехавши к пингвинам. Боже. Я думаю, это антивирусный. Да. Антигриппозный. Ну, лучше. Антиковидозный. Да. Антиковидозный это вот это, Лилия. Не, я не поняла. Я для тебя. Ты видишь, что я для тебя поставила помидор? Ну ты вообще. Я думаю, я ей тоже покажу, что у нас на балконе. Ну ёханый бабай, ну глянь, Ир. Ира, я ж сказала, что я ей тоже покажу помидорами с лапками. Гляньте, гляньте на цю. Вот это показываешь. А что? Это ж тут подготовка к Новому году. Непочатый край, ну. По-нашему. Да. Татуська. Так. Боже, как все красиво изменилось, как все вообще шикарно. Заходи, вообще, холодец, вообще мне очень нравится вот эта вот штучка твоя. А мне вот это нравится. Высоко. Какая? Так хорошо. Ира, так это Ира, так осторожно. Что держаться? А да. Что такое? Ой, а мне вот эта вот полочка нравится. Главное держаться, когда ты на высоте. Да, зашел. Да. Опереться. Вот так. Девочка, раз, два, удобно. Три. Да. Хоп! Высоко. Ну, достаешь до самого верха. Все удобно. Угу. Главное до холодильника дотянуться. Если видишь, что видно. Все видно. Конечно. Ну, руку буду показывать, а не свою грязную. Это Сереж, наливай. Потому что с нормальными людьми можно выпить. Да. Давай, Сережка. У нас антивирус. Ты покажи, какая красивая. Это ты и я. Ты. Это ты и я. Вы не сама. Ты кто? Ну, я львенок. Конечно! Это ты мудрая сова. А я мексиканская сова. Ну, тут
Папуська, ты же у нас самая мудрая, ты же самая-самая-самая. Нина Солнышко. Да, я так и тебя и представляла. Думаю, ну не было черепахи, чтобы Нина Солнышко, бежу. Ой, какое оно мягенькое, ой, какое оно прекрасное. Ой. Так, ну это дальше. Дальше. Ирочка, это ты! Кто ты? Ой, подожди, подожди. Это ты! Ой, она вчера такая и была. Ты посмотри, какие у тебя тапочки. С такими. Какая у тебя собачка. Какие у тебя бантики, глазки. Ой. Это просто. Глазки как алмаз. Я когда увидела, думаю, нет, это надо купить. Везде такая. Это надо купить и русские. Да, спасибо. Держи. Огромное. Ну, Папаян, вы же тоже есть. И скажи, что это не ты. Шляпи с чемоданом. Ой, классно. Мой друг в поход собрался. Семейка такая. Так что следующий поход это твой. На Италию. Все, на Италию. Все вместе. Дом. Батарея. Окно. Дверь. Фонарик. Ой, балдеж. Балдеж полный. Куда-то ушли все. Непонятно куда. Давайте посмотрим, куда они все ушли. Ой. Виля, подожди, подожди, мы сейчас приготовим все, ты потом снимешь. Мы декор делаем. Меня выгнали. Лиля, подожди. Разве можно подождать? Давайте хоть мандаринку крадем, чешу. Говорят, у меня красивый вид с балкона. Тут вид из окна. Это вообще... Это нечто. Украинка, это... Да. Это вообще... Это вот что-то... Пока они слижут это, они собираются тут дома... Что-то сказочное. Люди бьются, блин, ну... Между домами еще что-то строить? Ну, вот это хотят все леса эти счупать. Вау! Да ты что? Не дай Господь Бог. Боже, какой у татуськи комод красивый, глянь. Представляешь? Он пластмассовый. Это же она в этом же взяла, там где работала. Классный. Легкий, удобный. Наконец-то. Ну, мне нравится профиль капец. Не, шкаф, конечно, шикарный. В потолок. Профиль офигеть. Да. Ну, двери там тоже, обалдеть. Они, наверное, там 3 в пол, 4 вверх, да? Ну, там внутри мама разная. Которые вам есть, правда? Ну, в общем, дверь бронированная. А ты видел у меня, Игорек, дверь. У меня дверь можно щелчком пальца открыть. Так у меня что же, он китайский стоит? Да, у меня вообще никакая дверь. Я считаю, ее не меняла, у меня соседи хорошие. Я считаю, что все двери это для честных людей. Вот именно, я тоже так считаю. А вы не поставили фрукты? Лиля, тащи. Тащу. Легко. Кто-то тут оливье не доел. Сейчас заберем. Тарелку, она будет портить нам дизайн. Вот эту колбасу. Так, убирай. Она хочет выпить. Опс, раз. Так, вот место для этого. Как он называется? Десерта. Сейчас Ира принесет. Ты это, Лиль. Ириша, ну ты несешь, давай. Ты разрежь. Папаян, разрежешь? Чтобы это. И постарайся так, чтобы ты поперек мандарины попал. Там поперек мандарины лежал. Мы ждем. Шеф. Дебют. У Танюхи был дебют. Называется «Мандарины в снегу». Happy birthday to you. Ой, я какой? С днем рождения. Какой? Нет. С Новым годом. Всех вас. Happy New Year. Happy New Year. Разрезать и в разрезе показать. Как она сказала, не лежат? Поперек. Вот так? Она сказала, мне показала вот так отрезать. Не, как лежат? Мандарины как лежат? Стоймем. Не вот, вот так, а вот так. Да, то есть ты режешь и как раз срез мандарины. Вот так вот резать. Вот так, да. Резать.
Резай. Только, ну, не получится. Уно, дуэ, три, вия. Вай. Та-та-ра-та-та-ра-та. Ой, руки дрожать. Папаяня, ты ж не пил. Нет, то не руки дрожать. То... А. Таня, а это? Это дебют, дружище. Ложечку надо было. Десерт. Вау. Дрожит. Как Татуся! Забираю тебя к себе на кухню. Ну что, красиво? Будешь красиво. У меня на кухне поваренка. Ну вот выпала, ой, выпала. А мы вот это повернем и Лиля посмотрит. А можно вот эту бубочку съесть? Да. Положи сюда ее. Сейчас. Ой, это калина. Это клюква. Это клюква. Сейчас вот так, вот так, вот так, вот так. Ты уже фотографировала? А что клюква на вкус как калина? Это после перцовки потом? Нет, это не калина. Калину я могу тебе дать. У меня калина с сахаром. Сделано. Да, хочу. У меня, наверное, не пропустятся. О! Ой, какой вау! Разрез красивее. Дай. Ой. Смотри. Вау. Как красиво. Татуська. Супер повар. Это же вот это десерт, который ты делаешь в этом, у себя в порту. Ну да, панакотта. Как, панакотта. Конечно. Угу. Ну я ж такую не делаю. Как красиво. Я ж, а ой, ты, я ж ленивый человек. Ой, ой, ой. А я вот такой тоненький себе. Молодец, Папаян. Поправляться должны девочки, да? Конечно. Я не поняла. Вот это. Тогда я съем твою клюку. Оп. Оп. Так, здесь и этот декор мне не портит тут. Оп. А еще там еще будет один. Боже, наверное, клюква сказка. Я говорю, мне и то, и другое. Имбирь. И калина. Тогда дверь закрою там. Такая траха внутри. Не видно. А, видно. Я ж туда не показываю. Так. А имбирь у нас с лимоном, да? Да. Раз. Это ну, я делаю. Тебе надо было ложку просто положить в ту банку и все. Да, и расколоть там. И расколоть. В имбире? Вот так? Да. Це буде занадто. Я ж скромная натура. Не, ну может ты не раз захочешь выпить. Что ж мы будем туди-сюди тусить? Эй, наливайте повні чари. А у нас кипятка нема. Як це нема? Вот так, заливают только это, медовый. Точно так же запущают? Чем заливать? Ну, это, да? Не миром. Да? Не. Особенно, если не корица, тебе опасен. Калина. Боже, я когда-то калину не любила. Лапки помыла, спать. Иди кофточку шли. Не бабское это дело. Меня красавица. Что, уже можно одеваться? Конечно. У меня, может, еще что-то разорвало. У меня вечно... Носки вечно дыря. Хорошо зашив? Ну да, носки, давай носки зашив. Не надо, спасибо.